Тепло и не снежно во Франции этой зимой. По прогнозам метеорологов, в последние дни уходящего года температура воздуха на большей части страны будет выше сезонных норм. К северу от Сены ожидается и вовсе до плюс 17 при привычных плюс 5-7. Предновогодняя неделя стала одной из самых теплых в истории метеонаблюдений. Погода хорошая, не холодно, это здорово, мы пользуемся моментом. Памятуя о недавних локдаунах и боясь нового на фоне роста числа заболевших коронавирусом, французы отправились гулять, заполнять террасы местных ресторанов. Прекрасная неделя, люди вышли на улицы, несмотря ни на что, они получают удовольствие. Кому радость от прогулок, а кому угроза срыва лыжного сезона. На курорте Гриндельвальд в Швейцарии на высоте больше километра над уровнем моря вовсе идет дождь. По прогнозам, на днях столбик термометра здесь поднимется до плюс 15 градусов. Трассы слишком мокрые, но мы здесь и стараемся провести время с пользой, только бы снег пошел. И чем погода мягче, тем выше риск схода лавины. В Савойе его оценивают в 4 балла по 5-бальной шкале. Сотрудники лыжного патруля курорта «Ля Плань» несколько раз в день берут замеры снежного покрова. Непрекращающийся дождь усугубляет ситуацию. Надо понимать, что при хорошей погоде один кубометр свежего снега весит 40-50 килограммов, а у нас, по последним данным, вес одного кубометра составляет 250 килограммов. И чем тяжелее он, тем сложнее ему удержаться на вершине, а значит, увеличивается риск схода лавины. Первая январская неделя обещает быть менее дождливой и по-весеннему солнечной, но к такой несуровой зиме французам привыкать не стоит, говорят метеорологи, чьи прогнозы иногда не сбываются, да и погода, как известно, бывает переменчивой.